Я вам давно уже рассказывал про KnifeX, но многие так и не поняли, что если вы играете тут, то вы реально улучшаете свой инвентарь. Но для начала, многие видят промо в описании, но не знают, куда его юзать. Внимательно, вам надо зайти в подарки и там использовать промокод, который есть в описании. Каждый ролик мы обновляем промокоды, поэтому ловите промики, а также за регистрацию вы еще получаете деньги. Вот вам и кэш на первые игры на KnifeX. Залетай и уничтожай всех. Приятной игры на KnifeX. Реально, ладно, показывай. Вы готовы? Какой же бустер хуйло? Бля, да в смысле хуйло? Ну я же открывал, вы же видели, блядь, ну ебаный рот, блядь. Ну я же ничего не делал, не байтил вас, не говорил там, давайте онлайн, там столько-то, только-то. Я просто открывал ебаные эти залупки, блядь. Вы готовы, нахуй? Просто скажите, дайте мне знать. Готовы? Показывай один раз. Да покажи ты уже, еб. Эту татуировку, ребят, надо показывать под кое-какую песню. Ну, блядь, лучше, чем Инферно. Всем здорово, меня зовут Иван. Я не трахаю твою суку, я трахаю твой диван. Он раздвинул ножки, он Ван Дам. Твой хуй капает, он как кран. Сейчас за микрофон сядет старый уебан. Бим-бим-бам-бам, посмотри сюда. Ты здесь уебан, рыжая хуйня. Ой, как жестко получилось у меня. Ёбаный зад, блядь, ебаный ты хуй, маньяк, ёбаный. Старый с камер на бите. Нахуй ты пугаешь, блядь, он просто подходит и за спины становится, блядь. Я дам модерку ей в чате. Попизди со мной, как с батей. Типа что? Как тебя зовут? Ты Катя? Это был Дима, и он трахнул Милфу. Трахнул эту маму, кончил ей на спину. Это старый Дима, и он хочет Дину. Он как будто панин, дикий будто псина. Ёбнул долбоеба на Majestic Quirtle. Поднял денег много, много за этот Quirtle. Снимем Барби вместе, с Ликсом трахнем Вайнел. А дальше я не придумал. Я боюсь Лавебру, я боюсь Лавебру, я боюсь Лавебру. Ведь я посрал, мохуй не солдат, но честь забрал. Мой анал глубокий, будто вы Байкал. И я сейчас с кентами делаю вам кал. Ну еще вроде заебись. Я как-то уикенд, день холобэнк. Нахер букву R, у меня дохуя дел. Бибру занихнуть, полуры бэнк. Я как-то уикенд, день холобэнк. Едет бибр через реку, видит бибр в реке рак. Это старичок, эй, примор. Я боюсь голубэбру, я боюсь голубэбру, я боюсь голубэбру. Едет бебер через реку, видит бебер в реке рак. Сунул руку в реку, руку в бебер, бебер. Пацаны, я теперь обладатель своего собственного Эль Приму, который мы нарисовали с повязкой, которую показывает бабушку. О боже, и у меня есть грешки, но на свадьбе благословлен Богом, пущенный на мир. А после меня так тревожили, они учили, как раздать свак, я сам все понял. Я написал тебе, сказал, что я свободен, я не могу. Вот так вот, пацаны, нахуй. Вот так вот, ебать. Вот такая вот татуировочка залетела, нахуй. Я просто подумал, что нужно что-то, ну, типа... Что-то необычное, бля, вы понимаете? Ну, вот, типа, бабки, бля, всю вот эту хуйню все набивают, блядь. У кого есть Эль Прима, ебана сыр, блядь. Кто может, блядь, набить себе Эль Прима на руку, блядь? Понимаете, да, пацаны? Писал тебе, сказал, что я свободен, я не могу забыть тебя. Спать, бабочка, нахуй. Кто пишет, наклейка? Да, конечно, наклейка, ебать. Конечно, наклейка, пацаны, нахуй. Фу, блядь. Алло. Здорово, Пенсил. Чё наклейку показал нам? Не знаю, поебался, то, что наклейки купил. Пацаны, это специально разработанное и нарисованное Эль Приму. Леона надо было бить. Леон еще набью. У меня еще знаешь, сколько места? Ты тем амбассадором Бравл Старс уже. Не, пошли не нахуй, я хворот ебал.